Но мы, надо ждать обновления инфраструктуры, футбольных полей во всех городах. Я был в Мордовии, вот, и видел там строительство замечательного стадиона. Вот. Мне кажется, если такие стадионы появятся по всей стране, Ростов-на-Дону и так далее, моя родина, то есть это будет очень здорово. Мне кажется, нам надо ждать наплыва иностранцев, потому что футбол – это самый популярный вид спорта, самый массовый, самый зрелищный, на мой взгляд. Вот. Поэтому, в общем-то, это будет просто грандиозный праздник для всего мира. И нам надо сделать так, чтобы он прошел на высоком уровне, чтобы людям понравилось. Ну и на самом деле надо показать свою страну. Опять-таки надо рассказать, что Россия – это не только Сочи, да, море там и горы, но это еще и много замечательных других регионов. Пусть они сюда едут, пусть они дальше изучают нашу страну, ездят в Сибирь, смотрят, там любуются красотами Байкала. Это правильно. Это очень хорошее продвижение наших национальных интересов. Идеальный, на мой взгляд, когда мы мирным способом, по сути дела, показываем свое истинное лицо, то есть свою открытую русскую добрую душу, таким образом, в общем-то, привлекаем людей со всего мира.